Доброго времени суток, YouTube, доброго времени, уважаемые видеослушатели нашего канала. И я вновь возвращаюсь в своих видео к медицинскому приказу номер 749Н о медосмотрах и психофизиологических обследованиях. Надо сказать, что медики живут на дотации, сами они деньги не зарабатывают, получают деньги из федерального бюджета, иначе меды выкрутятся из этого приказа в части, касающегося медицинских осмотров своих подопечных. Им глубоко плевать, что им скажут, то они и сделают. Что касается психофизиологических лабораторий. Приказ 749, он, собственно, убивает полностью лаборатории психофизиологического обеспечения. То есть мы лишаемся мощного инструмента контроля за психофизиологическим состоянием работников потенциально опасных производств, прежде всего ядерных, атомных производств и предприятий, которые так или иначе связаны с этими производствами. То есть эксплуатирующие, там источники ионизирующего излучения, транспортные предприятия, ЖД, авиа, морские перевозки, транспортные предприятия. Все это настолько усложнит их жизнь, что это просто трудно себе представить. То есть, скорее всего, я предполагаю, что в ближайшее время лаборатории психофизиологического обеспечения, и так находящиеся в крайне неприятном положении в плане своего состояния, работы, отношения к ним со стороны медиков, будет еще больше ухудшено. И это, соответственно, негативно скажется на общей культуре безопасности человеческого фактора в Российской Федерации. Бред, абсурд продолжается, господа. Вот такое короткое видео, в большей степени эмоциональное, нежели какое-то практическое применение это видео имеет. Я только хочу еще раз повторить и сказать, значит, психофизиологии в Российской Федерации в ближайшее время придется очень тяжело. Выживут ли лаборатории, создадут ли их такие лаборатории для всех предприятий, так или иначе связанных с атомной энергетикой, с атомом, трудно сказать на данный момент. Скорее всего, это все приведет к смерти таких лабораторий. Печальный факт. Благодарю вас на этом все и всем удачи!